вечер, уважаемые друзья! Телеканал «Радуга 3» начинает очередной выпуск спортивной программы «Игра». И мы приглашаем вас на Суходольский стадион «Олимп», где 19 июня в субботу футбольный клуб «Сергиевск» попытался в очередной раз вскрыть оборону соперника. Этим самым соперником был большечерниговский «Восход», команда, для которой нынешний сезон пока складывается не так хорошо, как предыдущая команда, которая сейчас находится в нижней части турнирной таблицы, и команда, у которой сплошные проблемы не только в обороне, но и в атаке. Ну а сергиевцы, конечно, у них свои проблемы, о которых мы, конечно же, поговорим чуть попозже. Команда на ваших экранах, команда собралась на своей половине поля, и сейчас мы начнем рассказ о матче. Но перед началом рассказа о матче давайте посмотрим на положение команд турнирной таблицы после 6 туров. Луч на вершине у этого коллектива 16 баллов. На 2 очка отстает «Торпеда» из Кинчеркасского района. Это, наверное, главное открытие нынешнего сезона. «Ника» 13 очков, третье место. «Сергиевск», несмотря на все свои крушения, находится на 4-й позиции. 10 баллов, столько же у «Кошек» и «Звезды». Ищем с вами «Восход». «Восход» внизу, 4 очка после 6 матчи. Состав футбольного клуба «Сергиевск»: Денис Павлов, первый номер, он в воротах. Далее полевые игроки: Кирилл Григорьев, Сергей Махов, Влад Славиковский, Павел Купряев, Александр Райфшнайдер, Максим Якушев, Андрей Петров, он капитан команды. Игорь Камакин, седьмой номер, он впервые сегодня появится в стартовом составе футбольного клуба «Сергиевск» в сезоне 2021 года. 17-й Денис Барсуков и 14-й номер Андрей Тясин. Как видим, нет у нас Александра Николаева, он по-прежнему травмирован. Нет у нас Марата Таразанова в атаке, но это несколько по другим причинам. Человек, как говорится, работает. Итак, начинаем рассказ о матче. Игра состоялась 19 июня на Суходольском стадионе «Олимп». Футболисты «Сергиевска» вышли на поле в футболках черно-синего цвета и владение Дениса Павлова. Слева по телевизионной картинке наша команда сейчас перехватила мяч. Максим Якушев пытается воспользоваться тем, что большечерниговский «Восход» не знает, как начать свою атаку. И вот на этом надо как раз соперника и ловить, переходить большими силами на чужую половину поля и пытаться вскрыть этот самый оборонительный заслон. Вот только бы ошибок не завершать, Андрей Петров тут же дарит мяч на ровном месте футболистам из Черниговки. И тот убегает от трех футболистов, десятка убегает, врывается в штрафную, но тут Кирилл Григорьев встречает, я бы так сказал, не слишком мягко. Арбитр показывает, что все было в пределах правил, и игра продолжается. Денис Павлов с мячом, ну а футболисты «Восхода» черно-зеленые футболки. Да, вот немного, можно сказать, похожие футболки как у тех, так и у других. И, если честно, когда мы снимали этот матч, то против солнца находилась наша телевизионные камеры, иногда даже путались. Были такие опасения, что мяч, например, у нашего защитника, а нам казалось, что это футболист «Восхода» выходит едва ли не один на один. Но это все фантомы. Сейчас мяч на Андрея Тясина был запущен вперед. Вот Игорь Камакин, седьмой номер на ваших экранах. И здесь же снова на Андрея Тясина заброс мяча с вратарем. Небольшое столкновение. И игра продолжается. Небольшая пауза возникла. Сергей Махов. Сергей Махов игру против красноярского «Луча» пропускал. Сегодня он снова на поле. Передача на Максима Якушева. Якушев запускает мяч во вратарскую. Но здесь голкипер не дал возможности сыграть сергиевскому футболисту. Чем же ответит «Восход»? А «Восход», вы знаете, отвечает, ну, полу такой момент. Хотя могло быть очень опасно, если бы мяч пролетел туда, в район 11-метровой отметки, то могли быть неприятности. Сергей Махов берет игру на себя, от двух убегает. Удар оптимистичный, очень удар. Не стал он делать пас на Андрея Тясина, хотя тот был открыт и ждал передачу. Махов решил сам пробить, почувствовать мяч, почувствовать игру. Но получилось как-то уж совсем не очень хорошо. Денис Павлов, да, вот на первых порах мячи забрасываются
в район его вратарской. Наш голкипер справляется с этим без особого труда. Это все-таки не луч из Красного Яра. А вот здесь вот, должна, могла быть опасная ситуация. Но там офсайд, и у нас Кирилл Григорьев, похоже, дернул заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле. Вместо него вступил Данила Швецов по третьим номерам. Вот сейчас Данила Швецов прострел вдоль ворот, но голкипер на месте, и третий номер возвращается назад. И снова пытаются убежать футболисты. Восхода десятый номер, удар достаточно опасный был в дальний угол. Десятка пробивала. Сольный проход уже не первый в исполнении этого молодого футболиста. Влад Славиковский не смог накрыть. Но мяч пролетел мимо. Первый тайм у нас между тем подходит к завершению. Кирилл Григорьев на скамейке запасных. Там Данила Бондарев на скамейке запасных, как видим. Сергиевцы с мячом. Александр Райфшнайдер. Удар издали. И вот здесь вот рикошет. Мяч до Дениса Барсукова. Едва не дошел, но 17 номер не смог его обработать, а могло быть очень-очень опасно. Сейчас же Барсуков удар, хороший был удар, но мяч на пути мяча, 7 номер восхода возник вдруг откуда не возьмись, как говорится. И угловой закончился ничем. Под занавес первого тайма футболисты Сергиевска прижали буквально восход к своим воротам. Сейчас мяч от 4 номера улетает за лицевую линию. А это Андрей Петров, ближний угол, едва не направил. Мяч точно в цель, но голкипер на месте. И вот на этом первый тайм у нас завершен. Итак, друзья, начинаем рассказ о наиболее интересных фрагментах второго тайма. В первой половине матча этих самых интересных моментов было не так уж и много из запоминающегося. Ну вот разве только что Денис Барсуков дважды угрожал владением восхода, причем в одном из эпизодов он совсем был на ударной позиции, но мяч не смог обработать, потом пробил плотно, но мяч от защитника улетел за лицевую. А вот футболисты восхода били однажды, выходил практически один на один, ну там не один на один, конечно, был выход, это я уж совсем, как говорится, прибираю. Но достаточно опасно, если бы в дальний угол игрок восхода пробил, то Денису Павлову, если бы, конечно, в створ попал, то Денис Павлов, ну, ему было бы сложно среагировать. Как, наверное, было бы сложно среагировать сейчас, после такого вот удара, ну и тем более, когда мяч так высоко улетел. Игорь Камайкин, в первом тайме мы его практически не видели, сейчас он от трех футболистов уходит и бьет по воротам, но удар не сильный, низом и точно в руки голкиперу, по-прежнему у нас счет 0-0, но вот Игорь Камайкин отметился, как я говорю, это первое его появление на поле в нынешнем сезоне, удар, если мне зрение не изменяет, это, наверное, был Александр Райфшнайдер, которому сейчас Андрей Петров выговаривает. А сейчас Петров сам делает передачу на Илью Чикванова. Илья Чикванов вышел на поле вместо Павла Купряева. Замена, ну и вот здесь вот 17 номер у нас Денис Барсуков. Ну а это как раз вот Кирилл Григорьев, который потянул заднюю поверхность бедра, получил повреждение. И он уже сейчас за бровкой и, ну да, тоже наблюдает за происходящим. Конечно, надеется, что команда добьется победы, потому что поражение недельной давности больно ударило по самолюбию футболистов, даже по самолюбию Игоря Камайкина, который присоединился к футбольному клубу Сергиевск. Сейчас рвет и мечет во второй половине, но пока у него также ничего не получается. Напомним, Лучу проиграли 0-6. И как я ни старался, все-таки не сделал видеообзор того матча. Не поднялась у меня, так сказать, рука показать вот то, что там происходило, когда мы 6 мячей пропустили, ни одного не забили. Но если вкратце скажу, мы создали всего лишь 2 полуголевых момента. Но сегодня также далеко не ушли в этом плане. Я бы не сказал, что что-то у нас здесь голевое, хотя инициативой мы вроде бы владеем, сергиевцы постоянно с мячом. Сейчас уже 10 минут остается до финального свистка, у нас замена, Игорь Камайкин уходит, вместо него Влад Лемков на поле. Появляется Денис Барсуков, и вот тут в атаку выходит Даниил Бондарев. Даниил Бондарев, который до этого играл в опорной зоне, но сейчас Роман Степин ставит его в нападение. Этаким столбом, который должен принимать мячи, отыгрывать партнерам. Ну и, конечно, все мы знаем, какой у
Данила Бондарева удар, а это может быть опасная ситуация. Сейчас у наших ворот в штрафную уже вбежал футболист Восхода, но все завершилось тем, что защита Сергиевска справилась на отлично. Кстати, у нас в центре защиты, после того, как Кирилл Григорьев получил повреждение, заиграл Сергей Махов, и, знаете, сыграл он выше всяких похвал. Ну, полностью реабилитировался за свое отсутствие в матче против Луча из Красного Яра. Там он не смог принять участие в матче. А здесь, конечно, он выдал феноменальную игру и не позволил ничего сделать футболистам большечерниговского Восхода. Был быстрее этих самых игроков, мобильнее. Ну и у нас вот финальный свисток звучит. Да, друзья, игра с малым количеством опасных моментов завершена. Сергей Махов на ваших экранах. 0-0, никто не забил. Андрей Петров выговаривает, не пойми кому, то ли партнерам, то ли судье. Ну и на этом все, друзья, вот так. Давайте посмотрим на результаты матчей 7-го тура. Итак, в ничью сыграли Торпеда и Луч из Красного Яра 3-3. Большая Глушица разгромила Мелиоратор 6-1. Металлист из Челномершин переиграл Премиум из Кинеля 3-2. Безичук-Воросянка 1-1. Ну и Кошки устроили форменный разгром Нефтянику из Нефтегорска 7-1. Это очень-очень крупная победа. Положение команд в турнирной таблице. Луч потерял очки, 17 баллов. Никак приблизилась на расстоянии вытянутой руки, 16 очков. Торпеда 15. Кошки поднялись на 4 место, 13 очков. Сергиевск опустился, но все же не критично. 11 очков, потому что Звезда также не выиграла. У Звезды из Поросянки 11 баллов. Премиум находится на 7 месте. Пизенчук на 8. Восход остался на 9 позиции. 5 очков. Ну что ж, на сегодня все, друзья. Это была программа «Игра». И до новых встреч. Увидимся с вами на следующей неделе.